подведем итоги, закроем наше мероприятие торжественно, красиво. Приглашаю, во-первых, минуточку. Каталог у нас. Во-первых, хотелось бы поблагодарить владельца охотугодий Дениса Сохана. Здесь он, нет? Нет, на озере. Поаплодируем. Спасибо. Реально, трайл готовился задолго, там порядка месяца назад создавались вот эти завалы. Вот, к сожалению, в этом году трава опять не выросла. Было холодно, да, поэтому уж мы не стали переносить трайл, и было принято решение делать завалы. Вот. Очень хорошее охотугодие. Кстати, вот, ну, лично мне здесь чем очень хорошо, то, что сейчас будет открыт стенд. Практически полноценно можно приезжать и пострелять, и поохотиться, и отдохнуть, и попариться. Вот. Замечательно просто. Не вопрос. Вот. Большое спасибо, отдельное спасибо Игорю Куптину, который активно принимал участие в подготовке мероприятия. Давайте аплодисменты. У нас есть спонсоры.